Всем привет! С вами снова я, Виталий, снимая свой сюжет в Сережкином саду. Вот мы сейчас удобряем навозом все наши деревья. Возим на телеге, возим далеко, поэтому дело идет не очень быстро. Но ничего, одной телеги на ряд, в принципе, хватает. Навоз у нас свежий. Поэтому ложим по чуть-чуть и немножко подальше от деревьев. Там какие нужны витамины, уже получит дерево от этого навоза через дожди и талые воды. Вот так вот продвигаются у нас дела на нашем хозяйстве. Навоз у нас овцы, козы, ну и соломка, естественно, из подстилки у них. Будем надеяться, что все будет хорошо. Выпадет побольше снега, мы еще укроем наши деревья, чтобы у нас сахаты их не поели. У нас тут их, похоже, козы наши поломали. У нас сломался электропастух, и они как-то раз сюда уходили. Много яблонек поломанных. Такой вот у нас сад, маленькие деревья оставили пока, но тоже их будем пересаживать, будем высаживать их вокруг сада, чтобы немножко от ветра загораживали сад. Еще я хочу сейчас забрать двоюродного брата из Добрянки ульи, несколько штук поставить, чтобы пчелки опыляли наши деревья и готовили нам вкусный мед. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.